Мне вот непонятно, а почему ваш музей работает только ночью? Но ведь ночь — это время для философских рассуждений о своей сущности и о внутреннем мире. А еще это прекрасное время для путешествий в таинственную страну сна. Сон и ночь создают волшебную атмосферу нашего музея, наполняя его загадочностью и вдохновением. Easy.